33-летняя топ-модель участвовала в проекте с 29-летней подругой Стеллой Максвелл. Ирина Шейк представила яркие и провокационные образы. Одна из самых сексуальных женщин в мире украсила обложку декабрьского номера российского глянца. Ирина позировала в ажурном черном платье и элегантной шляпке в тон. На другом кадре звезда предстала в облегающих лосинах и объемной куртке на голое тело. Шейк также снялась без бюстье в платье с глубоким вырезом на груди. Для самого пикантного кадра модель обнажила грудь. Ирина появилась в кадре в мини-юбке, распахнутом плаще, алых чулках и туфлях в тон. Ярким акцентом стал массивный браслет. Брюнетка приняла эффектную позу, запрокинула голову и прикрыла грудь ладонями. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера представила еще несколько ярких образов для российского Vogue. Она также позировала на кадрах вместе со своей подругой, топ-моделью Стеллой Максвелл. Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью Леей в Нью-Йорке. Ирина Шейк выбрала черный лукбук, а дочь нарядила в белоснежную одежду. Топ-модель рассказала, почему женщины сегодня боятся проявлять сексуальность. Шейк и Максвелл похвастались длинными ногами в дерзкой фотосессии.